участок, конечно, пустой. Вот можно вокруг походить, вдруг перо найдется. А мы находили и нет. Черненькое. На прошлом году, помните, нету вот этой он травы. Он же на азотистой, на плодородистой почве растет. И вот аистята стреляют, и вот эта полоса. Вот так и учится. Диаметром, да? Да. И вот, кстати, считается, что вот эти аисты, там орланы, они в лес приносят очень много органики. Полезного. Вот такой. То есть он лес такой бедный же, в общем-то, сосняки. Они в рыбе фосфора много, да, азота, да, много. Да. И вот они как бы леса удобряют. Я планировал совершить такой подвиг. Если поселятся когда-то где-то, и мы обнаружим, привезти, сделать скрадок и возить рыбу, чтобы фотографировать в упор. Это надо тазик большой. На том гнезде тазик надо большой. Тазик или на землю? Оно так и не Нет, на земле они не будут брать, а в тазик, когда она плавает, а на земле, земле они не будут. Да вы что? Показывай. Ух! А я натуралист, тогда это завести. Вау, красавчик. Вау. Это опятки? Да, это опятки. Вот маленький. Вау. Это у нас лаковица. Вот, посмотрите. Ну, это трометис.